важный вопрос для Армении, потому что, как вы знаете, в прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении, и Армения обратилась к ОДКБ, чтобы воздействовать в механизмы, которые предназначены в положении о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации от 10 декабря 2010 года, который был утвержден документ Советом коллективной безопасности. Но, к сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения. Еще долгое время мы поднимали вопрос о продаже оружия со стороны стран-членов ОДКБ к недружественной стране для Армении, которой в итоге это оружие было использовано против Армении и против армянского народа, и это тоже проблема. И, честно говоря, реакция стран-членов ОДКБ в течение 44-дневной войны 2020 года и после войны не очень обрадовала Республику Армении и вообще армянский народ. Но я хочу подчеркнуть особую роль Российской Федерации и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в деле приостановки войны в Нагорном Карабахе.